Наверное, очень дорого было, да? Я вычту это из твоего города на рынок. А вы вам не сильно разочарованы? Олеся, Оксана, я не знаю, как. Послушай, во-первых, перестань говорить мне вы. Ты же не 12-летняя девочка. Во-вторых, перестань со мной говорить, как будто я твой мастер. Я директор модельного агентства. Ты мое бизнес-вложение. Вообще не понимаю, какое тебе дело до меня? Разочарован я в тебе или нет? Да вы для меня сделали больше, чем кто-либо, когда-либо. А я вас так разочаровываю у тебя. И можно я немножко попозже на «ты» буду, если, конечно, буду это попозже. Олеся, послушай, конечно, будет. Ну ты же подумаешь, ты орла посадил на Красной площади. Ну что в этом такого? Тебя же не пьяную за тебя держали. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо. Хорошо. Стоп.